Видение такое, я вижу. Что и игру, ну, допустим, я вам скажу, что и вот одно скажу, что сейчас в Китае Господь, у кого не щель, пытались допустить ракету. Она пошла туда, земная кора лопнула, туда пошла ведро земное. Ракета. Вместе все туда ушло, Я честно. Что именно? Я вот перед Богом. Вся гадость, она не вышла. Она не вышла наружу. Какая гадость? Ну то есть ад. А они по другой расчете. Сейчас. Там глубина земская. Знаете, что мы правильно? А? Мало взяли просто. Хватит пять. Нас пять. Нате, держите. Вы же голодные. Не надо, держи. Так, готовы поехали? Домой повезти, готовы, нет? Кого? Ну нас. Я что ли, за руль сяду? Ну то, что мы-то не знаем, где ребятишки-то дома. Все дома? Пойдемте, я провожу. Там вон, машина. Я поняла. Чуть-чуть провожу вас. Так, пошли. Пошли скорее. Я говорю, это что, явление Христа народу, что ли? Ой-ой-ой, я не выдержу. Возьмите просвору, пожалуйста. Все, я взял уже, достаточно. Дороги у нас ничего не должно быть лишнего. И как всегда снимаете? Ну как без этого? А как без этого? Пойдемте быстрее, перейдем. Вон может, последняя встреча. Так подождите, вы что, я пошла-то? У меня же там сумка. Так, ну что сумка-то? Тебе ждать будем сумку. Так вас сколько приехало? Пятеро, мы уезжаем. Значит, на этом сейчас прощаемся, мы уезжаем. Я там ищу место, им ночлега и все на свете. Ничего не надо, все там будем. Нет, а мы ночевали уже в эту ночь. Пообщаемся немножко. Так в библиотеке вы... Все, книги уже там. Город весь обклеен. Все уже, все сделано как надо. Теперь нам только уходить надо. Значит, что? Я плохо соображаю, когда начинается суета, у меня разум полностью отключается. Все, я вообще не могу. Дети у меня вообще его забирают разум. Мне идти сюда служить? Я иду, все равно иду. Дети сейчас дома? Да дома. Уберите сумку, мама же со мной тут вот. Мама. Ну, рядом с вами, который. Мама, да. Я так и понял. Мама видела, нет? Я так и понял. Ну а что тут понять? Конечно, видела. Мама, тут она видела или нет? Она рядом поет. Она узнала, что там. Служи, говорит Анна, служи. А вы-то подошли, а вы же благочинно ведете в храме себя. Да. А какой батюшка Виктор вас привел? Мне говорит секретарь епархии Дионисий, да. Говорит, батюшка Виктор там привел ваших знакомых. Да. Так он уже знает, да конечно, где же я пойму. Я говорю, Анна-то была у нас, я все знаю. Вы уже с батюшкой говорили? Да. Виктором. Ну, кто и он вас привел к Анне. Да не привел, он же там был до этого. Потом к нам встретился. И как вы узнали, что сегодня я служу? Да никто не знает, все это методом, как в интернете тюрьмы. Так, все на этом, мы тогда расстаемся. Почему расстаемся? Я пошла за сумкой. Да иди за сумкой, сумка с тобой. Я в трапезную не пойду тогда. У нас время совсем нет. Я хотел увидеть ребятишек там. А батюшка мне как давай сейчас искушение какое. Вот прям рассказывает, а я такая, как овца. Вот слушаю, вот прям вот как никогда, прям вот никогда. Это нас задерживает. Глядите, конечно, я это поняла. Вот хоть ты прямо так иди и уходи от него. Да, именно так сказать, батюшка, на следующий раз мне крайне необходимо редкие гости приехали. Мы ночуем в степи и забираемся в лес, чтобы не видели. Тамары все как готовим, ночь темная, ты вспомни, мы идем сейчас на Байкал. Поняла, конечно. Наша машина нагружена. Да. Мы на 20 пунктов должны заехать. На высоту будет. Через 2 дня снова выезжаем на 20 пунктов. У нас все рассчитано. Мы дальше не пойдем. Ладно, на этом пока. Прощаемся, мы ушли. А почему прощаемся? Ну, сумку-то не дадите. Мы уже долго потеряли. А потом куда, Сергей? Куда потом? Вам, нет, я сумку нет. Возьму. Дальше куда я иду? К этой машине. Думали, сейчас уже никуда не пойду. Ну и что, Игнатий Тихонович, простите ради бога. Баба здесь, ребятишки. Нате, держите. Подожди, останови, никуда. Ребятишки-то где у тебя? Дома, вот они, здесь рядом дом. Где рядом?
Ну, пойдемте пешком. Сколько Почему рядом? Почему пешком? Ну, я 20 минут бегаю. 20 минут. Тогда пошли 15. В машину, сейчас садимся и поехали до дома. Да, а дайте мне отсюда ключи-то забрать. Ну, иди бегом, так что ты... Сейчас опять будешь исповедоваться полтора часа.